Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале «Обо всем понемногу с Натальей». Сегодня у меня 9 марта 2022 год, и после праздника возвращаюсь к своим будням, продолжаю работу, потому что начался огородный сезон. Хотя я и вчера, пока у ребенка был дневной сон, высевала ранние томаты, огурцы, не было у меня выходного, но сегодня продолжение. Сегодня у меня на повестке дня это пикировка баклажан «Король Севера». Я про него уже рассказывала. Баклажан «Король Севера». Вот такие удлиненные у него плоды. Очень урожайный, холодостойкий, ранний, хорошо завязывается, гибрид. Для нашей Сибири это из серии сибирских коллекционеров. Вот. Значит, что я уже предварительно на чуть больше половины набрала стаканчики грунтом. Как я готовила грунт, сейчас коротко расскажу. У меня есть об этом видео. Ссылку прикреплю под этим видео. Значит, здесь у меня земля обычная с огорода, потом перегной, вот палочки видно, веточки, палочки, и зола. Все, то есть я, пока это было все влажно, руками перетерла, вот там еще корневище маленечко, вот солому видно, все это здесь вот так, вот так, ну то есть это все тут есть. Все, я это приготовила, разложила, потому что баклажан прожорливая культура и любит питательную почву. Ну а теперь, пока я буду его пикировать, поговорим, потому что потом другая уже будет работа и времени будет не так много. Значит, я вот так обминаю, и все хорошо, прекрасно выходит. Сеяли мы в, мама сеяла в покупной грунт, довольно-таки рыхлый, с добавлением вермикулита, белые вкрапления здесь наблюдаются. Вот. И сейчас я это все буду пикировать. Специально в таз обминку сделала, чтобы не было лишней грязи и земли. Вот так вот руками делаю углубление. Я думаю, здесь все просто. Помещаю сюда баклажанчик. Специально не досыпаю до конца, потому что они у меня слегка подвытянулись. И чтобы была возможность углубить. Корешок забыла показать. Сейчас в следующем баклажанчике покажу корешок. Прижимаю. И уже далее стаканчик помещаю сюда. Потом просто тряпочкой аккуратненько протру. И будет все чистенько, аккуратненько. Очень удобно это делать вот в емкости, где вы готовите грунт. Меньше грязи, меньше нам работы по уборке. Так. Теперь я это все проливаю. Постучали, чтобы земля лишняя убрана была. Когда чем-то занят, получается рассказывать с паузами, потому что увлечен каким-то своим делом. Так, сейчас это все впитается, и я сверху всегда присыпаю немножечко грунтом, чтобы не образовывалась корочка. Вот так. Палочки сверху, конечно, я не присыпаю, я их уже вовнутрь стаканчика. Ну вот. Вот так получилось. Стаканчик подписан, баклажан посажен. С какой корневой системой? Ну вот и все, осталось 6 корней. Их я пересажу чуть позже. А на этом мое видео подошло к концу. До новых встреч, до новых видео. Всего вам доброго!